Обнуленный и помятый. На России в пятый раз короновали диктатора. От атмосферы пафоса и страха даже Диана Гурская чуть не прозрела. Вместо шеста – иконостас. Как поменялись предпочтения старика Кабаева? Новые кадры дворца в Геленджике. Без шлюх и блэкджека. Имение в стиле нового русского превратили в склеп. Интересно, хотят, чтобы Путин воскрес? Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети, и скучать вы будете точно не сегодня.